13 минут осталось. Все прекрасно. Есть батарейка еще. На первом вопросе состав принял Салманидин Савелий, 99-го года рождения, Златоуст. Салманидин Савелий, 15-м потоке, прошу прощения, на первом повозе, Деленев Егор, Чесминский район. Первого рождения зафиксировал 40 подъемов с гирями 24 килограмма. На втором помосте Шумилов Павел, трехгорный. Упражнение толчок. Совершил 84 подъема. Тренируемся. Руководство Загребина. На третьем помосте старт принял Потапов Иван, Чесминский район. Тренируется под руководством Несеренко Дмитрия Викторовича. Также сам является тренером. В первом упражнении зафиксировал 74 подъема. На четвертом помосте выступает фельдшеров Иван, представитель Нижнепетровского района. Первое упражнение зафиксировал 77 подъемов. Тренируется под руководством Шадрина Сергея Александровича и Симушина Андрея Михайловича. И на пятом помосте закончил свое выступление Дилижан Алексей, представитель Красненского района, с результатом 20 подъемов. 9 упражнений толчок, 20 упражнений рывок. Время для батарейки, да? Сейчас пройдет, надо будет. Как просто это вытащить? 3 минуты прошло. На 15-м потоке выступает на первом посту Соломонидин Савелий, и далее Ярулин Максим, Сухомазов Владимир, Князев Константин и Цапков Ильин. Четыре минуты прошло. Борьба между Потаповым Иваном и фельдшером Иваном продолжается. 6 подъемов. Упражнение толчок. Оба спортсмена зафиксировали Потап 74 подъема. Фельдшеров Иван 77. 3 подъема. Это 6 повторений упражнения рывок. То есть Потапову Ивану нужно на 6 подъемов больше сделать упражнение рывок для того, чтобы сравняться с фельдшером Иваном. Thank you.
Первому, допустим, закончится пустыня.